Итак, ребят, перед началом видеоролика небольшая реклама. Прошу вас поддержать Виктора Капитулина, так как он начинающий блогер, он купил мотоцикл и планирует в 2021 году снимать интересные видео. Ребят, поддержите Виктора. Виктор снимает интересные видео по покупке автомобилей, продаже автомобилей, плюс он делает такие небольшие обзорчики на шлема и вообще очень много рассказывает полезных вещей. Канал Виктора можно найти в описании под видео или в закрепленном комментарии. Сегодня снимать видео буду конкретно рассказывать, как я ездил без прав, пока я не понял, насколько все серьезно. Короче, в гору пойдем там. Вообще там просто жесть, там такие, ну, места красивые. А сюда даже, смотрите, следы кабаны, одни следы от кабанов. Прикольно. Такая высокая, да? Вообще высокая, смотри. Блин, лестница выдержит. Вообще жесть. Вообще, ребята, жесть, конечно. Ну прикольно, блин, что-то лестница не внушает доверия. Не особо. Давай, Лёх, попеременно. Да я хочу домой вернуться еще. Нифига она как сколочена. Только два гвоздя. Два гвоздя и один саморез. Я вообще в шоке. Бля, тут привязали. Ну тут не то, что привязали, тут чисто вот так вот замотали. О, ребят. Нифига. Там вообще улей здоровый. Ну тут картонкой обшито, ну тут смотри, там улей здоровый, вообще осы. Осиный улей, вообще жесть. Тут одни ульи прям, вообще жесть. Тут мыши бегали еще. Как сюда мыши пробрались? Ну, так же, наверное, по лестнице. Хотя не по дереву. Не, ну там, ребятки, жесть, конечно. Вот улей здоровый. Ну, короче, не буду я сюда подниматься. Ну, хотя можно подняться. Морозы были минус 20. О, вообще, бля. Блин, чётенько. Так, сейчас мы здесь. А? Тоже пойдешь? Ну, короче, Лёх, на веревочку завяжешь там. Вообще жесть. Бля. Зацепился. Ну, крепление крайне ненадежное. Один гвоздь, блин, и один саморез. На одну доску. У меня вообще... Че три деления? Какой сеть? Какой оператор? МТС, смотри, Леха, осторожней. Прям держись за вот эти вот. Тут она реально высокая. Следы одних. Кабанов. А подпорочки-то сломались вот эти. Вообще трэш. Вот это вообще трэш, ребят. Вот эта вот лестница, это вообще прям трэшняк, смотрите. Сейчас покажу. Вот эта лестница вообще, конечно, трэш. Тут вот так вот, прям вот так, прям ударяешь, бах, и она отлетает. Да. Потолще. Надо было на саморезы и потолще брать вот эти вот. Ну, это ветки деревьев. Потолще надо было маленько брать. Это как бы не серьезно, да, Лех? Ну, мы там были, да. Кипаса надо было написать. Короче, что, ребятки. Так, идем. У меня 4 батареи с собой еще для камеры. Катаемся на Урале, блин, вообще тема, ребят. На Урале прям вообще такая тема кататься.
Я, короче, что подумал, да? Вот сюда вот сейчас залезу. Вы, конечно, не гоните, все будет нормально. Я аккуратно, ребята, я аккуратно. Правда, сейчас я вам покажу, какая здесь лесенка. Вот, ребят. Вот, я сейчас залезу аккуратненько. Я думаю, что все нормально будет, да? Все будет огонь. Кипаса, кипаса. Не, ребят, сюда, конечно, я не полезу. Не, ну это жесть, конечно. Не-не-не. Ребят, едем мы. Здесь ветки просто жесть. Особенно вот это вот. Ну, Урал прет нормально. Блин, тут давно никто не ездил. Да, тут давно вообще никто не ездил. Да, блин. А? Это кабанок. Да, Лёх, вон там мы сейчас спускаемся и все. А смотри, там сколько веток, бля. Там веток до хренища. Ну, нам надо развернуться, дед. Ну, поехали тогда, чё. Тут не развернешься реально. Ну там веток до хера прям вообще прям жесть. Визор надо закрыть. Да ладно, фигня, не особо-то и много веток. Урал, прю, бляха-муха. Нихера себе. Да я чувствую, что ты по ноге ударил, это, тормоз, тормоз, обратно, я держу ногу, у меня оп, вверх. Я думаю, ты чё, думаю, чё такое, блин? Да там, блин, перед муравейник, блин, здоровый. Ну все, Лёх, здесь уже нормалёчек. Урал прёт, конечно, нормально. Нормально. Бля, пенёк на твоей стороне. Нормально. Вот еще маленько, и там должен быть этот какого, блин. Место для разворота. Blank is a dick when he's polysyllabic. You fucked with me once and followed your syllabus. I'm deep with the vocals like these old Vince homes. But I can put a hole on the bottom of your ride like Flintstones. Да, the ones that love me probably Нет? Hate me too. Вот, да, вот, cause дорога-то. I'm too sick like Somalian yeah. Нихера, что мы сзади тащим, смотри. I got it on the block, so see me pump it up. Pump it up. And I don't see no block, so try to top it up. Top it up. Херах, он же зацепился. Вот еще редко. Рано там, бля. Не, тема, мотоцикл, тема. А мы же здесь, по-моему, приезжали, да, только сейчас или нет? Вот же прям наши следы. Yeah.
А тут где-то еще прям дорога есть. Я уже забыл, блин. Где-то здесь дорога еще есть. Там мы не проедем точно, да? Вот прямо тогда. По следам. Promise my rhymes is always twisted like a dancing dervish, and I'm on purpose hot and cold like a fancy thermos. Blank determines this that it's fun to be a mental twist. Handle this, I'll dump my dental venting out my mentalist. Scandal on the random list, I'm mental fundamentalist. A candlelit for those who listen, gentle instrumentalist. When my soul released, you could mimic me, go please. Lyrically, I'm so fat. Здесь такие открытые поляны, прикольные места открываются, красивые. I'm picking a thing and I'm taking a thing. Let's go. I got it on the black soul. Bump it off, and I don't see no block, so try to top it off, and you can never stop me, no, I got him tough, no one above me, so try to top me. Я тебе говорю, тут, блин, могут, мы сейчас можем встретить. Мы сейчас встретить можем. Прям 100%. Ну, а прикольное местечко такое, однако. Опа, нифига себе, ты видел? Сейчас я тебе покажу. Они прям вот, прям только-только, вот, смотри. Следы. А? Они свежие, Лёх. Они свежие. Вот сейчас я тебе покажу, где свежие. Вот они свежие, прям только-только вот прям проходили. Вот прям только-только. Но это не кабан, Лёх, это, наверное, лось. Или кабан такой вот. Между прочим, сколько? Раз, два, три, по-моему, их. Или один, не, ну двое, наверное, как минимум. Хера себе. Вот еще. А вот это, Леха, от кабана. Но вот эти вот не сегодняшние. Или сегодняшние. Может быть, сегодняшние. Не, ну вот те вот прям точно, вот через дорогу, Лех. Вот прям точно, вот прям 100% сегодняшний. Цилиндр вещь, Лёх, грейся.
Да, до хера еще ехать, блин. Тут ведь и не разгонишься, да? Вот так вот, блин, вообще жесть. Зима, зима, здесь настоящая зима, блин. Блять. Ебать. Все, Лех, сидит. Сидит, Лех, все. Я даже не могу лапку переключить. Лапка, по-моему, даже погнулась. Или нет? Нет, вроде. Ну прям вот прям. На нейтралочку хоть щелкнуть. Нормально так за... Что-то, бля... Ну я сам тупанул уже, да? Давай. Давай, ты сзади, я спереди буду толкать. Вот отсюда. Ага. Да-да, туда. О, бля. Да и все, Лех. Да, нормально я здесь это цепанул. Садись, погнали. Бля. Не, все нормально, лапка целая. Или погнулась. Вот я не знаю даже, как она была. Не, вроде все норма. Не, все нормально. Смотри, прям ровненько. Вообще жесть. Ну без приключений никак. На то он и мотоцикл. Не, нормально, кстати, как и было. Просто еду, смотрю вот, и по сторонам тоже. Может, зверя увижу, блин. Но вряд ли он при виде света он убежит. Тем более шум. Нихера там колея. Ну, сейчас спокойненько прям заезжаешь прям вот в серединку. Ништяк, резина. Бля, ну мы прилично уже едем, да? Как останавливались-то? Ну посмотрел я по карте. Нормально едем уже по времени.
А мне кажется, сейчас еще маленько и выйдем, да, Лех, или нет еще? Мне кажется, еще, не знаю, километр, и мы выйдем или нет. Я вон потому что уже просвет вижу деревьев. Бля, вообще трэш. А? Да не, выйдем, так понятное дело, куда-то эти следы они идут. Мне кажется, уже... Трасса. Вот это, вот трасса. Где трасса? Вот трасса, трасса. Трактор? Трасса. Трасса? Да нет трассы, где ты, чё? Трасса. А, лесная? Лесная, да, базара нет. Чё там написано? И чё, куда? Направо? А не налево? Мы же опять в лес уедем. Или направо, Лёх? Поехали направо. Ну поехали. Блин. Офигеть. А вон уже что-то просвет какой-то. А все, Лёх, там лес, по-моему, уже нету. Или есть? Фиг его знает, сейчас посмотрим. А? Не, мы вроде правильно едем. Луна уже светит. Темно, блин. Надеюсь, сейчас выйдем. Так, что, куда? Прямо налево? Там потому что опять в лес дорога. Ну, если ты сказал налево, то давай налево. Опа, вот, Лёх, все, уже трасса. О, ништяк! Нормально. Бля. Руки погрей маленько. Надо ветки убрать, понавтыкались, блин. Сейчас скоро поедем, блин. Прикольно, конечно, прикольно все это дело. Покатушки. Короче. Как-то вот так вот мороз сегодня. Нормально. Вообще четенько. И самое главное, ребят, смотрите, какая луна сзади меня. С
светит в небе. Вообще прям по красоте. Ну все, ребята. Короче, как-то так вот. Ну что ты руки погрел маленько в цилиндр-то? Да? Нормально? Ну все, погнали тогда. Ну резина бомба, честно говоря. Все, погнали. Вторая. Это вторая, сейчас на взлет пойдем. Третья. Так, едем. Четвертая. Все. Блин, как холодно. Блин, реально холодно. Прям бочину мне дует. Вообще жесть. Жесть, вообще прям нормальненько так. Сдуваю мне бочину. А тогда будем помедленнее ехать, ладно. О, нормально. Как вам, ребят, покатушки нормальные? Я думаю, что все топчик, да, ребят? Короче, если кому понравится, ребят, сразу говорю, сразу пишите комментарии, что все было огонь. Но все было кипаса. Кипаса, друзья. Вообще. Через всю гору проехали мы. Нормалек. Все, ребята, всем счастливо. Всем пока. Всем до скорых встреч.